Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, всех еще раз наступающим, новым годом, и у нас есть эпическая башенка, и башня эта непростая, потому что, ну хорошо, хоть здесь нет Аланкилозавра, но эти твари будут постоянно подменяться, нам нужны кто будет пробивать защиту, так, и ты что, этот ничего себе усиляет себя и пробивает сам защиту, это непросто. Так, ну вот такая вот у меня команда есть, в принципе, я, наверное, готов ею и идти. Так, вот ты сойдет. Туаромолох. Ну, не знаю. Давайте смотреть. Так, ну ладно, вот этих возьмем. Ну, и вот этого парнишку возьмем. Мне кажется, трикозавр здесь должен затащить. Трики-трики. Choose your destiny. Давайте начнем с трики. Так, что эта тварь сейчас сразу же подменится? Зуб даю. Нет. Блин, надо было таки его проатаковать. Кто бы здесь ни появился, он сейчас отгребет. Это была контратака? Так, опережающий удар, будьте так любезны. Минус 90% от силы. Да он сейчас, блин, порвет всех. Ах ты ж гад, он нейтрализирующее воздействие. Подождите, это ему хватило? Как это он так мог? У него же было минус 90, он должен был полюбасу погибать. Ну ладно. Как-то не сработало так, как хотелось. Пускай щит. Не подменился. Значит, пошел на корм червяка. Так, Аланочка. Ну, тут не страшно. Тут ярость, которой не суждено, наверное, исполниться. Давай, давай, пробей. Крита нет. Таки выжил. 30 уровень, да, пробил? Ну, чуточку, да. Но пробил все-таки. Так, ну давайте Туаромолоха возьмем. Нашинкуем его сейчас шипами. Полтора урона, да, и победа. Ну, в общем-то, да, типа, с нынешним уровнем моих динозавров, как бы, разбирать даже 2-30-х не так уж-то и сложно. тысяч монет, это всегда кстати. И тысячи обычных динозавриков. Так, открываем наш инкубатор. И ищем нового противника. Руины юрского периода. Итак, ребятки, вот такая вот у нас команда. Кого же мы возьмем? У нас самый шустрый здесь индораптор. Ну давай так. Так, спинатозух. Оказался шустрее. Ну тут надо сразу бить очищением, потому что он будет кровотечение нам, наверное, заряжать. Хотя. Нет. Ого, ничего себе, он шандарахнул, блин. Но мы ответили тем же. Фух. Так, какого он уровня был, не обратил даже внимания. Стегадеюшка. Давай так, у него же сейчас недоступен его двойной удар. Двойной урон.
Есть такомайзер. Ну, давайте попробуем уклониться. На это уклониться нужно дважды. Не фартануло. Давай, Туара Малох. Хотя, почему я этот удар? Блин, тот же посильнее будет. Он ответил тем же, да? На тебе контратаку. Ха-ха, еще и с критом. Алла-синозаврик, да. Ну, так, давай. Так, больно, очень больно. Есть паралич. Скорость теперь на нашей стороне. Ну ладно, давай подменимся. А, он тоже подменился. Хорошо, что я невидимость не использовал. Вот теперь можно. Это нам ни о чем. У, был крит. Был крит, но мы уклонились. Ладно, бьем крепко. То если бы он вдруг подменился, было бы неловко. Да, это победа. Получаем награду за 10 трупов. Это прикольно. Что теперь начали давать такие награды. Ставим и ищем дальше. Так, после Нового года довольно быстро находятся противники. Это радует, может, они что пофиксили. Ну, естественно, Индораптор. И 10-9 сейчас что? Заглючило бой? Прервется, да? Противник не найден? Нет, найден. Все отлично. Так, Алла-синозавр, гад ты такой. Что там у него есть? Сквозь щит пробивать, и на следующий ход будет паралич. Ладно, давай вот так. Давай, критани его, критани. Кританули нас и парализовали, да. Дубль 2. Мы выживем. Выживем. Ах ты ж гад. Еще раз кританул. Так нечестно. Давай, Ютазинчик. Тащи. Так, ну уникальных гибридов нет. Вот их ударов с подменой. Как бы, в этом даже в этом проще нам. Так, и мы еще и можем его добить. Не хочу опережающий паралич использовать раньше времени. Опережающий паралич, конечно же. Следующий удар будет обыкновенный от него, а второй удар будет, скорее всего, двойной урон. Так, можно сделать вот так, а потом я как раз его ударю понижающим. Ага, ударю.
Не ударю. Двойной урон он нас пробьет, полюбас. Принимай на грудь двойной урон. Нет, смотрите, черт, можно было тогда и не подменяться с таким раскладом. Двойная, это непобедимость на два хода, нет, обычный был. Так вот, двойной урон. Ох, ты ж гад, еще с критом, очень нефартово получилось. Так, щит исчез, и вы должны его пробить. Ну, это была бесполезная подмена. Так, но еще ничего не решено. А, опережающий паралич. Это да. Ха, с новости Гадей. У него есть очищающий удар и снижение скорости. Это очень нехорошо. Но есть опережающий паралич, наконец-то. Блин, Манастигатопс. Мы, конечно, его потеряем, но мы много урона нанесем. О, даже так. Вообще-то я не рассчитывал, что-то три раза походили мы. А, он подменился, был мой дополнительный ход, потом паралич дал мне ход. И скорость дала ход. У, это было прикольно. Так, потихоньку движемся к 4000, ребятки. Все у нас получится.